упало. Я тут делаю, Володя. Я тут не делаю. Я тут не делаю. А то вообще-то... Как все моя? Руслан, следи в комнате, сколько взял, столько положить надо. Можно мне тоже? Держи. Только Володя. Держи. Володя, делай. Можно мяч? Да. Можно мяч? Парни, сколько есть на руках мячей, не терять, никуда не забрасывать. Сначала разогревочный, об пол. Сначала об пол попробуйте. Я хочу научиться. Раз, два, об пол побьете. Я сделала. Можешь что-то Я сделала. Об грудь не получится, потому что грудь не такая. Держи. Я смогу, вот. Об грудь не получится. Парни, лишние движения не совершаем. Сначала подойдите поближе. Сначала стоп. Стоп. Сначала подойдите поближе. Я знаю, но просто сначала подойдите поближе, чтобы вы друг друга не ударили. А можно мне все убрать? Да. Стоп, к столу отодвинь, прям к столу. Да. Опа, нормально, прям интересно так. Ничего, живой? Все, парни, делаем, делаем. Вот сколько мячей сейчас у вас, пересчитайте, сколько сейчас мячей. Вот один мой лежит. Туда не ложить, в пакет. Я мячик положу. Поделали, в пакетик положили, да. Смотри, куда ты кидаешь. Не трогай, Лука, не балуйся. Давайте делаем элементы, делаем, все, перешли. Не надо туда бросать рука. Да, надо достать, чтобы не балуйся. Потом на место все сложить надо. Все на место выкладывай. Запрыгнул. Все, делаем элементы, парни, не тримари, никого не балуйся. Что ты делал? Не зацикливайся, это все ерунда. Парни, мячи сложили? Я еще. Да. Делаешь? Лука. Володь, мячик. Лука. Мячик сложил? Я получал команду. Еще играешь? Ты играешь? Да. Ты не цепляйся, Марк, за магнезию. Она тебе не нужна, поверь. Это все ерунда. Да Лука! Да Володя, не балуйся! Не балуйтесь, парни, не балуйтесь! А ты можешь сальто поделать? Сальто? Попробуй поделать. А, реально? Попробуй, так чтобы не мешал ты никому. Что не Володя, если я в тебя попаду, то ты будешь плакать. Моя боже, не надо, Володя, бегай. Ну да, это Лука, Лука, не надо, тебе надо сниматься. Нет, туда мячик. Не надо, туда мячик как-то укатывался. О, ты не балуйся, делаешь, постарайся, чтобы... Маме я передвину. Зачем? Не надо, надо, чтобы там. Если тебе надо здесь постелить, вот возьми мать, постели сюда. Расстели, эти ровно расстели. Тебе до прыжков надо? А я могу одной рукой поймать даже больше. Чтобы никому ты не мешал. Да, прилетел. Давай. Смотри, давай сейчас. Ты что? Тихо, стоп. Все складываем, парни. Не понимаете? Складываем, парни. Вы меня не слышите, Руслан, ты меня не слышишь, когда я говорю. Аккуратненько надо, парни. Ты что, в стекло попал? Не дай бог, нет. Разбилось бы стекло, какая-нибудь упала бы штука, кто-нибудь ударился бы, глазом бы задел. Поэтому, парни, не умеете аккуратно, будем потом. Где твой мяч, Лука? Мой? Да. Ты пакет убрал? Все, молодцы. Не я, а Давид. Все, молодцы. Скучно? А ты займись гимнастикой. Ты полази, попрыгай, сальто подачи. Просто нарушение техники безопасности подразумевает... Руслан, пойдем сюда. Парни, сейчас задача всем. Всем задача. Русланчик, пойдем. Пойдем. Внимательно смотрите, парни. Руслан,
Сюда подойди, пожалуйста. Парни, задача всем посмотрите. Всем надо сделать будет по 10 раз такое действие для спины и живота. Если получается ноги подтягивать, то мы будем укреплять чуть-чуть в сторону. Спокойненько, встали на коленочки. Не сиди, Давид. Сидеть, отдыхать можно в уголке, шпагатике. Справишься? Все, 10 раз пробую. Каждый 10 раз... Руки из кармана вытащи, пожалуйста. Каждый сделает. Дальше продолжаем элементы. Парни, не балуемся, не совершаем. Здрасте, здрасте. Руслан, тачи. Батя пришел, тем более, тачи. Да. Вздох, выдох. Давид, устал? Терпи. Потерпи немножко, осталось чуть-чуть. Руслан, дыши, пыхти. Вздох, выдох. Вздох, а? Тренировка основная до 8, до 9 часов тем, кто готовится к мастер-классам, соревнованиям, но сегодня ребята что-то не пришли. Хотя и вы, может быть, если захотите до 9, оставьте разрешение родителей. Сахил, я возьму попить, побудете, ладно, пожалуйста? А вот я пьяный. Че, да я кофе, это у меня вместо обеда. Вместо ужина и обеда. Я кушаю, но не очень получается, но кофе спасает. Андрюш, не ругайся, пожалуйста, на него. Тихо. Лука, что случилось? Смотри. Он... Да, погоди. Вот он делает сальто. Ты на него не ругайся, ты просто скажи, я, например, делаю элемент, отойди, пожалуйста. Опа. Он отойдет, посмотрит, и, например, запрет, он с тобой делает. Просто лежать не надо, тут потому что его брат старше. У кого? Нет у кого проблем с головой? Почему так? Нет, у него есть проблем с головой. У кого? Луки? Да. Ну, это как-то, мне кажется, странно. Это ребенок, он ребенок, 5 лет. Вы так говорите странные вещи такие. Я бы понял, если бы 40 лет ходил бы там, слюну пускал бы, еще можно было бы там. Это 5-летний ребенок, у него энергии много. Конечно, энергии много. И вот, пошел. Еще раз. Вот. Вот, четко все. Вот, все, Руслан, должен быстро показывать. Парни. Сахил, за старшего, пожалуйста, никто не дергается. Он наблюдает, что вы здесь друг другу до слез не довели. Нельзя, это не место, надо заниматься этим.
Надо слушаться. Вот видите, ты для чего сюда ходите? Чтобы заниматься. Молодец, Лука, молодец. Надо элементы делать. Тут учи. А где это? Колесо. Разворот на 180 градусов делаешь. Ну, давай.